Николай Боровков. Мы соседи с пауком. Мы соседи с пауком. Он висит под потолком. Я под ним на полу. Он в углу, и я в углу. Говорю я: «Эй, паук, ты мне друг или не друг?» Я зову паука, чтоб спустился с потолка. Но паук по стене не спускается ко мне. Может быть, он там привязан? Или, как и я, наказан?